Всем привет! С вами Оксана. Сегодня я хочу сделать обзор наборчика от фирмы Риолис, который называется «Красная панда». Ой, наборчик, девочки, очень мне понравился. Получила я его очень быстро. За 3 дня, наверное, до меня он дошел. Вот. Так же, как и в лисичке, которая входит к нему в пару, размер данной работы, получается у нас здесь цветная схема, канва для вышивания Цвайгард Айда 14 цветная, нитки шерсть акрил, софил 22 цвета, игла, размер 21 на 30 сантиметров. Очень красивая вот такая картинка. Мне запал в душу очень этот набор, этот сюжет, и я решила, что я как только он появится хоть в каком-нибудь магазине в продаже, я его тут же куплю. Так оно, в принципе, у меня и получилось. Так, сейчас я покажу, девочки, ниточки из этого набора. Вот такие тут яркие ниточки, вот такие вот 3 планшетки. Ну, уже с новой намоткой, естественно. Такие вот яркие цвета, вот такой вот зеленый тут насыщенный. Конечно, камера цвета немножечко как-то так меняет. Вот эти на самом деле, они не одинаковые, они очень яркие, яркий такой сочный цвет. Вот даже как снять-то вам, не знаю, как показать. В общем, вот такие вот ниточки. Все мне очень понравилось. Канва такая же точно, как была вложена в лисичке. И у них один размер. Вот такой вот кусочек, иголочка. И сейчас я покажу схему, которая меня буквально вообще поразила. Девчонки, вот такая схема. Посмотрите, какая яркая такая. Такая вообще классная схема. Мне так понравился сюжет этот и еще такая яркая цветная схема. Наверное, с ней будет очень удобно работать. Я даже, знаете, задумалась, а не начать ли мне отшив данной работы. Так, сейчас покажу ключ. Тут схема на одном большом вот таком листе. С другой стороны листа ничего нет. Все, вот тут инструкция, как говорится, по применению, ну и так далее. Так, блендов тут, смотрю я, много. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 блендов. В ключе бэкстич, тоже несколько цветов, то есть я понимаю, что 5. И, наверное, здесь есть полукрест, потому что... Так, сейчас разберемся. Крест 2 нити. D у нас это что? Количество нити. А, нет. Крест в одну нитку, крест в 2 нитки и бэкстич. Нету здесь полукреста. Вот такая вот, значит, здесь была схема в этом наборчике. Мне очень-очень понравилось. Я, наверное, все-таки займусь этой работой. Посмотрите, как четко все здесь пропечатано. Как здорово вообще. Яркая такая, вообще красавица просто. Ниточки такие яркие, приятные, очень красивые в этом наборчике. Вообще новинки Риолиса меня порадовали. Вот, напомню, какая лиса идет, наверное, в пару, потому что тоже 21 на 30 размер готовой работы. И такой же у нее цвет канвы. По-моему, даже у них одинаковый автор. Сейчас я посмотрю. Так, Александра Гусарова здесь и здесь у этих вот наборчиков у них один художник. Вот вместе они будут смотреться, как мне лично кажется, очень хорошо. Да, посмотрите, какие-то такие, наверное, может еще какие-то зверьки будут выходить потом из этой серии. Ну здорово, здорово вообще. Я очень рада, что я купила оба этих набора. Вот, девчонки, кто давно хотел, покупайте. Я заказывала данный набор в магазине «Узорная фантазия». Но там он оказался дешевле, чем в других магазинах. И очень быстро мне его упаковали и отправили. Но красота прям неимоверная. И, кстати, вот на мордочке, вот здесь видно, что глазки, усики, ушки. Тут делается бэкстичем. Вот, вот тут задний фон
крест, крест в одну нить, в две нити. Нет здесь полукреста, что-то у меня все на полукрест тянет. Когти вот эти, и вот тут на хвостике чуть-чуть тоже есть бэк, вот в этой части. Вот такой вот, девочки, наборчик я наконец-то получила. Всем спасибо за внимание, всем пока!